эксплуатации я бы это не назвала, потому что к этому нету принуждения. Наоборот, ты еще пытаешься найти себе эту программу, потому что конкуренция большая. Но да, сюда идут не от хорошего материального положения. В какой-то мере они правы в том, что ты отдаешь свое здоровье, свое время, там, свое тело за именно за эти деньги. Уже какой-то требовательный. Часто мы слышим про истории, когда суррогатная мать не выплачивает те суммы, которые обещали. А еще более сложная ситуация, когда возникают какие-то осложнения во время беременности или после родов, и их не хотят компенсировать.